потросной. Так называемый водоем, как и называются Мальдивы троснянские. Сейчас здесь начинается разработка песка, водоем будет сильно углублен, площадь будет около 6 гектаров. Песок будет добываться, глубина увеличится с помощью земного снаряда. Вода фильтруется и глина уходит вон туда в отстойник. В перспективе здесь будет целая рекреационная зона отдыха, пополняемая водой из грунтовых источников. Сейчас здесь идут инвестиции, то есть эта территория является частной. Будет углубляться водоем, а также добычу песка будет вестись. В перспективе будут запускаться рыбные ресурсы и зона отдыха создаваться. Сейчас все в момент строительства. В перспективе еще будет земный снаряд после углубления. Сейчас, как мы видим, вода довольно чистая, потому что глина фильтруется. Уже глубина около 5 метров. Объект находится в разработке. То есть тут идет добыча песка. Естественно, что эта территория частная, поэтому доступ сейчас ограничен. Что соответствует этим, видите, находятся столбики с лентой, чтобы люди не попали в 5-метровую глубину. Там вдалеке, где камыши, будет отстойник, глина сливаться. То есть она не будет касаться та территории воды с этой. То есть грандиозная стройка практически началась сейчас. Территория будет увеличена водной гладью до 6 гектаров с последующим запуском рыбной. Вот это уже видно горы намытого песка, довольно чистого, белого. Территория огорожена, вот столбики с ленточками есть. Вот белый-белый песок. Видите, какая чистая вода сейчас. Суглинка отфильтровывается и уходит в отстойник, поэтому сама вода более чистая стала, прозрачная. Поэтому в перспективе хотят делать зону отдыха здесь. В данный момент идет промышленная добыча песка на частной территории, которая переведена в добычу из сельхозземель. Этого. Само идет. То есть в данный момент идет промышленный объект частный, поэтому доступ ограничен. Идет добыча песка, вот уже видно плавальные запасы. Рекреационная зона такая небо. То есть жители видели заблуждение, что тут была зона отдыха.